Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Техномага. Так, вспоминаем, что нам надо сделать. Нам надо плот! Хорош! Куда он меня отвезет? Этот плот. Я так понимаю, мне нужно найти тот плот, который проведет меня в ту сторону. Хай-я! Хорош. И надо 4 штуки их, я так и понял. 4 кнопки. Блин, ну тут ублюдки. Бум! Сука, они и так стреляют. Не вижу ни хрена. Живые? Падлы. Эть. Сука, сдохните все 3. Вот падла, один только сдох. Ни один не сдох. Серьез. Ах ты, сука, хотел выстрелить, падла. Ладно. Оп, оп, оп. Да что ж вы такие, блядь, живучие, жирные вы. Эти самые. Нажимаем, значит, вот эту кнопочку теперь. И что у нас? А что у нас теперь происходит? А, подожди, откуда... А, вот здесь теперь, да? Окей. Теперь отсюда должен плот поплыть. Потом туда, потом туда, потом в центр. Нам надо в центр как-то пробраться. Хья! Есть. Смотри, вот этот островок, теперь я плыву на верхний левый, а потом на верхний правый. Да, правильно, а потом с того на пристань. Окей. Понятно. Зачем так все сложно было делать? Ну, ничего страшного. Игра есть игра. А где моя причалка? Вот моя причалка, хорошо. Ха! Опять плювашки. Сука, на. О! Один минус. Хоть. Блять! Не плюй, не плюй! Сука, я сказал, не плюй. Так, что у меня там по аптечкам? По аптечкам у меня все замечательно. 99 стрел. Можно прям херачить. Блин, как там включить-то? Можно прям попробовать... А, давай попробуем просто тупо стрелами чисто ради интереса. А где кнопка? Ага. Блин, тут еще перепрыгивать надо. Так, есть. Я! А теперь мне вот сюда, да? Ну да, наверное, скорее всего, сюда. Попробую чисто ради интереса. Сколько стрел нужно, чтобы убить одного кретинчика? Ну? Где мой полет? Эй! Я же нажал кнопку. Алло. Ты чё? Игра. Не понял? А плот не едет. Он же должен сейчас поехать повезти меня туда или как? Не, подожди. Или неправильно? Или не так? Ага, вот едет. Хорош, молодец. Ты чё так долго, эй? Я тут уже жду тебя полчаса. Но он, я так понимаю, сейчас доедет туда и прямо не поедет. Повернет налево или направо. Значит, мне надо... По-любому здесь включать кнопку. Ладно. Угу. Мне вот сюда. Так, а, наверное, мне не дадут пострелять, да? Сука. Ну, до хера, короче. Стрел уходит. Так, что у меня там? А у меня жизни восстанавливаются сами, что ли? Подожди, мне такое как показалось. Ну-ка смотри, если я вот использую вот это вот. Что ты будешь делать? А, яд не навсегда. Окей. Я думал, яд навсегда, пока не излечишься. Ну лады. В принципе, лук стреляет так же, как и магия. Где-то приблизительно. По урону, по всему остальному. Островок. Подожди, тут есть два островка вот здесь. Как мне теперь понять, куда мне надо, если я нажму вот эту кнопку? Ага. И чё? И чё? И чё, и чё, и чё, и чё, и чё? Теперь мне надо на какой-то плот, а на какой? Не, жизнь у меня не восстанавливается ни хрена вообще. Было бы классно. Так, ты вот куда плывешь? Может, мне выстрелить в него надо? А как я в него выстрелю? А как мне к нему попасть-то? Так, не понял. Что-то вообще за хрень такая была? Куда я поехал? Так, а подожди, а как же мне к нему попасть? Или тут не один плот катается? Пока что непонятно, как туда попасть. Фу, здесь два. А если я подпрыгну? Ай, на месте остаюсь. Вот смотри, такая же похожая штука.
Не понял. Ты куда поехал вообще? Ты по кругу, что ли? Подожди, может быть, я загружусь. Так а что мне делать? Стой, я не понял. Вот, ну, прыгаю я на этот, и чё? Не понял? Что случилось? Здесь что-то не так, хотите сохраниться? Давай. О, там выстрелить надо было, откуда я знал? Я случайно просто думаю, а давай выстрелю, попробую. А вот это переход через стрелу, типа, я, получается, стрелы попадаю, душу свою переношу туда, и окей, все нормально. Ничего не понял, ну да ладно. Так, хорошо, я так понимаю, у нас главарь. Какой-то, блядь, здоровый. Уоу! Жаба! Здорово! На! Я тебя... Блядь! Ты куда, долбоёб? Сука! Он же соскальзывает здесь, как дебилоид. Ладно, хорошо, окей, меня жаба сейчас будет долбить, да? Да ты попади, блин! Да что ты так... Воу-воу-воу-воу, что ты делаешь? Жабен, жабен, успокойся. Ай, он меня сдувает, сука! Я сейчас тебя вот так вот, опа! А стой, что ты там за деревом? За деревом можно заныкаться, окей. Или нельзя? Так, слышь, уйди. Так, где ты там? Где ты, где ты? Эй, жабен. О, привет, блядь, нихера себе ты модный. Да хорош плеваться своими блядями. Блин, жабен что-то меня вообще не любит. Да сука. Может его проще мечом бить? Да ты слых. Ты давай стань нормально, блин, на. О, еще и отравили, охерительно. Просто. Он как-то, блин, попадает, сука, по мне. На. Привет. Ай, сука. Гребаная. Тварь, сбил меня. Ну зато жизни же у него не восстанавливается, я надеюсь. Ну да, не восстанавливается. Хорошо, но у меня жизни тоже мало. Так, а у меня же магия еще есть. Бля, что-то до хера прям потратил этих. Хоть! Не попал. Что-то, блин, до хера потратил, как их называют, стрел. Прям почти все. Бля, ты меткий, чувак. Вообще не туда стреляешь. Блин, достало. Так как так-то, слышь? Ты заебешь. На-на-на-на! На! Да попади. Ой, у него еще язык есть. Охереть. Так, у него жизни, в принципе, мало. Давай стрелы. Блин, прикинь, было 100 стрел и сразу все ухуйкал. Вот это я красавчик, да? Ну а че? Ладно, на. Да слышь, иди отсюда. Блин, жи... Ой, что там? Не то! Эть! На! Да попади ты, ёб твою мать, маг! Так все, я его завалил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, куча народу. Хорош! Ха! Ну вот, скользкий урод, попался. Больше твой яд не превратит меня в гниющее болото. Хватит? Ну да. Есть, еще один главарь в минусе. Опять спасли мы фей. Как в который раз, четвертый. Как мы можем отблагодарить тебя за все твои деяния? Ты убил не только дарящего смерть, но в смысле? И только не говорите, что я... Да не, я не мог пройти, потому что еще два кристалла нету. Дарящий смерть. Так дарящий смерть, это же главный... Я не знаю, куда поведет тебя твой путь. Наши наилучшие пожелания всегда будут с тобой. И сиди за кристаллом Харпака. Он как-то связан с тобой и твоей будущей судьбой. Окей. На этом желтом кристалле основываются и подтверждаются все мои предположения. Как я решил, я отправлюсь в путешествие, как только смогу, чтобы найти еще подобное. Ага, вот. Хорошо. Я думал, уже закончили. Ничего себе, думаю, блин, коротенько. Ага. Кто это? Ты к этому имеешь какое-то отношение? Я имею в виду тот кристалл.
И у нашего маленького героя есть один такой. Можно спросить, что это за кристалл. А есть ли еще такие? Ходят слухи, что такие. Таких кристаллов в Готэсе несколько. У тебя все еще есть очень нужная, но маленькая штучка. Может, она откроет нам дальнейшие факты? Или что-то еще? Так, а что это замышляют что-то? Хотят меня подставить, хотят устырить у меня кристаллы. Ты же Мелвин. Да. Как ты медленно говоришь, пипец. Со своими компаньонами. И нам нужна от тебя помощь. Думаю, не придется прибегать к насилию. Лес спасен не без нашей помощи. Как слышишь? И мы решили время поставить все точки. Наш путь привел нас в каньон. Это очень негостеприимная для путешественников область. И нам пришлось пробивать себе дорогу. А ты нашел кристалл? Это хорошая новость после прошлых поисков. Эта вещь похожа на ту, что несколько лет назад была найдена в старой шахте в каньоне. Так что мы встретили тебя. Тут нам всем будет уютнее. Комфорт. Мы можем показать тебе дорогу, а ты поможешь драться с монстром. Как и монстр. Это как раз то, что нам нужно. Мы думаем о твоем благе. Что скажешь? Звучит резонно. В наше время лучше путешествовать с компанией. Особенно сейчас. Ну, может и встретимся. Окей. Звучит резонно. Удачи, Мэл. Мы тебя никогда не забудем. Спасибо, прекрасная принцесса. Я буду часто вспоминать об Империи Фей и ее прекрасных жителях. Да, это точно. Пусть фортуна улыбается вам. Ну, ничуть. Большие дела ожидают нас. Они что-то подставить хотят меня стопудово, загнать в какую-то ловушку и забрать у меня кристаллы. Опа. Так, это не с его сна сейчас будет. Смотри, что-то... Подожди, не помню, как там в начале было видео, но что-то похоже на его сон. Которым всех завалили и... Я не то. Не спать. Да-да-да. Чё там? Покажите. Чё, скалы до неба, что это? И чё, лабиринт? Идите вместе, в чём проблема? А то сейчас ещё разделятся. Давайте разделимся, так же безопаснее для всех. Естественно. Особенно, если монстр где-то ходит. Если это действительно тот каньон, тогда описание Толореса сказало чистую правду. Действительно, не очень заманчивое место. Только пыль и песок, и солнце безжалостно опаляет высохшую землю. Я не могу представить, что здесь когда-нибудь кто-то мог жить по собственной воле, оставаясь в одиночестве. А, вот и эта шахта. Чё ты... Только ли это сдерживает меня от того, чтобы остаться, когда нахождение одного кристалла влечет за собой поиски следующего, и так до бесконечности? Кроме того, поддавшись впечатлениям, не стоит упускать из вида, что Торлор был не совсем честен со мной. Почему он хочет избавиться от меня сейчас? Вот действительно. Ладно, несомненно, я это скоро узнаю. Хорошо, да, тебя хотят отпиздить, я это тоже понял. Сколько у меня там... Ой, у меня опыт скоро будет, так что можно, в принципе, не хилиться. Ты что, разбиваешься, таскаешься? Нет, не таскается, не разбивается, прикинь. А что у нас здесь новенького такого? Есть у нас эти хрени. Сейчас я немножко тут побегаю. Так, это не разбиваются. Хорошо, окей. У нас тут пристанище, да? Заданий никаких. Круто. Ладно. Опа, скорпиошки, вы прыгаете. На стопудово. А ну и сюда, а ну и сюда. Бля, что это? Какая-то жопа. А как его бить-то? Подожди, что-то не убивается.
А чё это? Что за херня за мной ползает? Чё он делает? А, червь. Ах ты, сука! Ох ты, блин, его еще так трудно убить. Он не всегда вылазит еще. Ах ты под... Как... Бляха, ничего себе сложный какой. Эй! Эй! Ох ты, падаль. Топориками бросаешься, значит. Да, ну иди сюда. Ты, сука. Ты, блядь, ловкач, да? Ты, блядь, ловкач. Сучонок, смотри, как меня выбил. Кто там еще? Еще один. Скорпиончик. Ладно, скорпион. А как ты залез туда и как ты слез? Он как-то туда залез. То есть он как-то туда залез, слез, залез, слез. Что за херня? Как ты туда залез и слез? Опасности, опасности везде. Здорово. Опте. Блин, вот эти вот сложные какие-то падлы. Смотри, не пойму, как уворачиваться от него. Да, блядь, сдохни. Сука. Это у меня... И пока что не понял, как с ними бороться. Как с вот этими бросальщиками топоров бороться. Блин, они что-то какие-то стрёмные. Ага, два раза успел попасть. Блин, вот эти черви тоже, ты видишь? И он не вылазит тогда, когда мне нужно. Он вылазит, сука, когда хочет. Так, а как сюда залезть? Мне надо это... Мне надо похилиться. Как сюда залезть-то наверх? Блин, что-то территория прям огромнейшая. Что-то еще летит новенькое. Что это за херня? Какашки ложит. А что за какашки? Камни. Он меня хочет камнем подбить. Сука. И чё? Ты падла. Так, этот камнями меня пытается подбить, да? Потом он садится камень взять, и я его бью. Ах ты, сука! Блять, падла. Почему я его в воздухе не могу бить? Да, он меня может, а его нет? Что за херня, блядь? Опа! Чё за ублюдок побежал? Слышь, ты быстрый. Стрелы, ладно. Блин, сейчас у меня все вот эти бутылочки нахер уйдут. Я вам отвечаю. Надо, значит, чаще сохраняться как-то. Блин, здесь территория очень сильно здоровая. Не понял, назад вернулся, да? Здоровая очень сильно территория. Сюда я не вылезу, да? Никак. Хорошо, какие-то сложные здесь противники пошли. Смотри, что эти сложные, что черви сложные. Одни скорпионы несложные. Пока что. А то все остальное сложное. А чё, как вы туда залезли? Алё, ну сюда. Подойди сюда. Ну подойди, не достаю. Слышь, вот ты, короче, плохой. Иди сюда. Опа. Я. Ха, ты молодец, а как ты меня ударил? Ты не подумал? Так, я, значит, туда не вылезу никак, да? На желтенькие мне никак не достать. Так как-то можно достать, потому что там это. Потому что там... Опа, хорош. Мист 18, нужно 21. Давай на мист буду качать, в чем проблема. И на тело теперь. Потому что что-то меня прям лушпарят только так. Лушпарят только в путь. Ага. Как мне наверх-то выбраться? Там же ж был этот... Как-то еще на остров можно этот попасть, там вон ящички есть. А там была это, вон, смотри же, хилки, как туда попасть-то? Ладно, давай по кругу обойдем. Может, где заход есть какой-то. Слышь, ну-ка, своим жалом там не жалей. Ух ты, падаль. Вот эти вообще я не понял, как их с ними, блин. А как ты камень берешь, если я тебя откидываю от него? Вот смотри, сука, какая. На. Так еще меньше отнимает. Какие-то противники странные. Хорошо, бутылочка, отлично. Это хорошо. Какие-то длинные, очень сильно долго их бить. Что те, что эти.
Босяя-босяя, бутилочка, босяя-босяя. С этих ничего не падает, окей. Как же мне наверх-то? Мне нужны рокет-бутсы какие-то, как в System Shock. Чтобы я мог наверх подняться. Опа! Ну-ка. Иди сюда. Опыт мне уже, в принципе... Да, я только что опыт получил, 4%. Ну ладно. Ай! Топорометальщики, суки. Бесите. Они еще как-то... Хорош. Блин. Сложно как-то. Он мне наверх по-любому надо, там кнопка. Хорошо. Немножко понял, как их бить. Ну как ты так ноль? Ну подожди, чувак. Как ты ноль? Как ты можешь ноль нанести урона? Объясните мне. Хорошо, это пещера, что ли? Похоже, пещера. Так, я видел. Я видел здесь подъем, окей. А теперь мне тупо поверху надо... Да, слышь! Как так-то, блядь? Ну как он меня ударил? Если я первый-то ударил. А я здесь выберусь назад? Не выберусь. А нахера я тогда сюда пошел? Ладно, неправильно сделал маленько, ну да ничего. Хм. Так, смотри. Перепрыгнуть мне некак, значит, я там взял жизни. Теперь мы идем назад. И как-то будем прыгать, наверное, вот так. Хорошо. И тут кнопка. Ага. А что, открыл? Лифт. Хорошо, лифт. Лифтенштейн. А, как мне... Вон туда еще надо сходить прямо. Блин, опять этот кидальщик камня сраный. Сука, как тебя выбить, блядь, чтоб быстрее? Почему его в воздухе нельзя бить? Вот в чем вопрос. Вот смотри, он меня может, а я его не могу. Что за херня? Почему? В чем прикол-то? Какая-то неадекватная хрень. Ну куда ты убежал? Тормоз, иди сюда. Ты же хочешь меня убить. Или нет уже? Что это, подожди, зеленая подозрительная? Нет? Куда ты ушмалял? Где он? Ты что, боишься меня, что ли? Стрелы. Так, сюда я не вылезу, я тут уже вроде... В смысле, подожди, не понял, сюда? Ага, вот здесь уголок какой-то необследованный. А здесь ничего и нет. Хорошо, окей, значит нам тогда на лифт. А на лифт, на лифт, а на лифт, на лифт, на лифт. А на лифт мы сходим в следующей серии, наверное, скорее всего. Да, вот мы тут мы остановимся, там он какой-то красный кристаллик, смотри, четкий, светится. И мы, я скажу, что всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Техномага. И всем пока.